Сегодня в зале администрации района в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии района и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске. Заседание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Ключевой темой повестки дня стало обсуждение мер обеспечения безопасности в период проведения единого дня голосования. С основным докладом выступила председатель территориальной избирательной комиссии Кашхабльского района Зарима Гурижева. В районе у нас, как вы все знаете, 22 избирательных участка. Комиссии сейчас 16 числа приступили к своей работе. Это для пункты приема заявлений. Это для тех, кто будут голосовать по месту нахождения. И одновременно они принимают обращения по голосованию вне помещения. Так что давайте мы эту работу еще раз будем отслеживать, чтобы мы ни одного избирателя не оставили, который хочет проголосовать вне помещения. Как вы знаете, все с 25 числа неделю будет голосование до 30 числа, с 10 до 6 часов вечера. А в единый день голосования 1 июля с 8 до 8 вечера. Все средства индивидуальной защиты все члены комиссии получили. Как доложил на заседании заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Хуажев, в межмуниципальном отделе разработан план действий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории Республики Адыгея общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации межмуниципальным отделом активно принимаются соответствующие меры. Разработан у нас соответствующий план, график дежурств сотрудников на избирательных участках. Таковых здесь зарегистрировано 22. Естественно, мы будем брать их под круглосуточную охрану с представителями ТИК, с Римой Юрьевной, у нас тесная взаимосвязь. Каждый раз при возникновении каких-либо проблемных вопросов мы в телефонном режиме, в рабочем порядке обсуждаем их и решаем их. У нас также проводились рабочие встречи с представителями администрации, где были обсуждены вопросы в части привлечения членов добровольных народных дружин, казачества и работников администрации. 10 июня в составе комиссии нами были проведены комплексные обследования. По выявленным недостаткам в ваш адрес мы соответствующее письмо направляли. Насколько мне известно, сейчас основная львиная часть этих нарушений уже практически уже устранена. На охрану общественного порядка в период проведения этих мероприятий у нас планируется задействовать более 80 сотрудников. Это на два муниципальных образования. С 24 числа у нас личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. За каждым сельским поселением, где будут располагаться избирательные участки, у нас из числа руководящего состава закреплены ответственные, которые, естественно, будут проверять качество несения службы нашими сотрудниками. В целом, личный состав межмуниципального отдела Кашхабльске готов к проведению выборов. По итогам заседания решением антитеррористической комиссии определен ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности в выборный период. Поручения даны соответствующим структурам. Марина Хубсарукова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.